Багажник и салон Гранты загружен практически полностью. Последний штрих – большой пакет с роутерами, которые повезут в освобожденные населенные пункты в зоне СВО. В зону боевых действий Александр едет уже не впервые. В этот раз везет самую разнообразную гуманитарку, в том числе вот такие замечательные подделки своими руками. Ну а еще он везет туда массажный стол и едет как массажист сам, чтобы помочь нашим ребятам на передовой. Удобный мягкий переносной стол – лучший помощник при хорошем массаже. Александр в этом профессионал. А когда встал вопрос помочь собственными руками ребятам на фронте, сразу отправился на передовую. С тех пор ездил туда несколько раз, чтобы разминать мышцы нашим ребятам после боя. Просят ребята приехать, так как я массажистом являюсь, в общем, ребятам сделать профессиональный массаж, разжать им седалищный нерв, разжать им мышцы, где зажато, снять им болевые синдромы. Александр отправится по двум направлениям. Сначала в ДНР, а затем в ЛНР. Как пояснил он, к нему присоединится массажист из Волгограда. Вместе они планируют пробыть в зоне СВО около 5 дней, чтобы поддержать наших бойцов в хорошем тонусе. В перспективе Александр хочет собирать группу массажистов, которые смогут вместе с ним регулярно ездить на фронт и помогать нашим воинам. Дмитрий Шапкин, Александр Чекмарев, Александр Кобзарев, «Область новостей».